Не узнал меня, это же я, Катюха. Ну, это же я. Короче, дело такое. Я же хотела сюрприз сделать. А он у меня что-то как-то не вышел, и уже третью серию я не могу его выполнить, поэтому мы сейчас пойдем. Где мой транспорт? Мой транспорт, ко мне. Эй, транспорт ко мне. Другого нет, к сожалению, но ничего страшного. Погнали. Будем, значит, реализовывать планы в жизнь. О! Это что такое? Это что? А, кто-нибудь объяснит мне, что это такое? Это что? Это опять Равшана Джамшут настроили тут, а? Это что такое? Это как? О! О! Привет! Ты мне все испортил, понял, да? Ага. А ты-то что за мной лезешь? Так, короче, третью серию подряд тут сидишь, нифига не делаешь, все испортил мне, поэтому я беру все в свои руки. Понятно? Вот в эти. Беру руки. Все. Погнали. Так. Как тут? Как? Левый открывать? О, угадала. В общем, мне нужно подняться на второй этаж. Блин, а как мне сюда попасть? Как называется эта фигня, которая... Ну, короче, шарик, который должен меня вот туда вот так вот... Я там... Вот так вот. Что-то как-то... Так. А, у меня же есть еще сюрприз, который от Эдисона. И туда я никак не попаду. И туда не попаду. Мне жарко. Я сама не справлюсь. Так, ладно, я сама не справлюсь. Нужна, как бы, ну, помощь, да, вы понимаете, поэтому... Эдичка! Ну, наверное, надо еще разочек. Едик! Иди сюда, мне нужна твоя помощь! Едичка, ну-ка быстро сюда! Ну, пожалуйста! Я Нубасина, я ничего не умею. Иди сюда, пожалуйста. У меня шкурка изо рта. Сейчас, подожди, я за тряпкой скажу сначала здорово всем. Чё ж я за человек-то такой? Ни сама сюрпризы не умею делать, ни чужие отгадывать. Три татушечки. О! Привет! Привет! Чё меня рассмешнял кого-то так? Я ж кофе выплюнул. Короче, объясняю. Помнишь, я тебе хотела сделать сюрприз? Там еще тамада этот сраный стоял, всё испортил. Сраный тамада, с которым... Да, ушёл. Ага. Потом мы помирились с тобой. Помирились. И ты решил мне сделать сюрприз. Ага. Я не смогла пройти, и мы всю серию запороли. Подожди, а в Майнкрафте есть звук, а то мне что-то кажется не записывает. Надень сейчас наушники, я проверю. Господи, нет, я не буду это ещё раз делать. Как тебя легко затроллить, за год уже играет в Майнкрафт. В общем, короче... Подожди, так ты, вот, мы с тобой ты, ну, помирились. Нубасина. Нет, а, да. Господи, мы с тобой... Что за Санта-Барбара? Ну, давай! Мы с тобой помирились, я решила все-таки взять свои руки в свое дело, дело в свои руки. И решила сама сделать себе сюрприз, не полагаясь на этого сраного тамаду, поэтому вот я пришла сюда, но я не могу зайти, у меня нет этого шарика, который направляет в комнату, чтобы попасть в комнату, там у меня сюрприз. Помоги мне! Я прослушал. Короче, помнишь, когда я тебе хотела сделать сюрприз, там тамада сраный стоял, ты обиделся, из-за этого ушел. Потом мы помирились, ты сделал мне сюрприз, но я все запорола в этой серии, мы не смогли ничего сделать. Так, все, я, короче, понял. Кто кому сначала делает сюрприз, я тебе или ты мне? Давай сначала ты мне, потому что ты первая придумала сюрприз, да, хорошо? Когда ты первая меня. Придумала сюрприз, что мне сначала нужно попасть, чтобы ты... А, да, в жопу. Мне нужен шар. Шар, а, но подай... А, кстати, ты же уже заметила, да, вот эту всю фигню, которую я построил. А что это? Это я построил. Ты молодец. Я молодец, но мне дали на прокат одну фигню. Ну, всего лишь на одну серию, вот на эту. Алло. Это как Stark Industries? Подожди, а почему оно не открывается? Бракованную фигню мне дали, алло! Катя, оно не открывается. Сейчас, да, я позвоню в службу поддержки, скажу то, что мне брак прислали. А почему оно не открывается? Оно должно было... Вот так, и все. А зачем? Чтоб ты попала вот... Ладно, сейчас разберемся. Все, брак забрали, прислали работающие, поэтому смотри. Ты что, издеваешься?
Так только что открывалось! Ладно, сейчас еще раз позвоню, еще один брак прислали. Попытка номер 3. Опять ни черта не работает. Да в смысле? Четвертая попытка. Опять ничего не работает. Но! Эти же дебилы мне ничего не сказали, то, что мне нужен гаечный ключ, чтобы я открыл эту посылку. Дебилы. Дебилы ничего не сказали. Ты готова? Ты готова? Ля, какой! Не как бы, подожди, подожди. Мне его дали всего лишь на одну серию. Сейчас нам нужно найти, где его заправлять. Где мотоцикл вообще заправлять? Вот здесь, да? Сейчас заправим его немножко. Ой, красивый! Хороший мотоцикл, хороший. Так, я его заправил. Все, заправил, заправил. Так, Кать, сейчас суть в том, ты меня спросишь, зачем я тебе вообще построил эту горку? Мне нужно на эту спиди-ленту. Тебе на эту спиди-ленту нужно запрыгнуть вот прям туда, туда внутрь. Поэтому ты на байке. Попади, пожалуйста, в окно, и тогда делай мне сюрприз какой-то только хочешь. Вперед. Ты чё, я же не умею. Умеешь, просто прямо. Просто попади на эту спиди-ленту. Давай, 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 давай. Да, все, уже разгона нет. Немножко направо, да, немножко. Нет! Ты куда залетел? Вообще не в ту сторону! Задово, задово, твой разворот! Три. Фух, ну, яйца в руки, полетели. Нет! Сиськи в руки. Бабы сиськи в руки. Сиськи в ну... руки взяла, не взяла, я могу взять. Не давай. Надо! Ну ладно, хорошо, давай. Сама возьму. Ну давай, 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 давай! Ты сможешь! Ну почти смогла, совсем немножко осталось. Да ладно, еще одна попытка. Третий раз сиськи в руки. Сиськи в руки взяла? Погнали. Погнала. Просто прямо, просто прямо, просто прямо. Давай, 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 давай. Ты на мотоцикле запрыгнула в дом на третий этаж. Так, подожди, подожди. Так что? Я сейчас все тебе выскажу. Я сейчас все тебе... Ну сначала с мотоцикла нужно слезть, да. А с мотоцикла на shift слезать. Я сейчас все тебе выскажу. F5 нажми. Иди сюда. F5. Еще раз нажми. Короче, ты дебил. Кто? Он. Кто? Там никого нет. Вот. Он. А почему он дебил? Потому что все испортил, стоит тут, ни хрена не умеет, блин, ни танцевать, ни конкурсы. Это... А что вообще за тамада, если он реально вообще, ну, никак не развлекает? Это тебе. Он... Это все мне? Это все тебе. Оно, правда, протухло уже, скорее всего. Естественно, но... ты мне 3 дня не могу, как, 3 серии не можешь подарок сделать нормальный. Ешь. Здесь у нас и торт. Кать, я же не ем сладкое, ты знаешь. А это без сахара. Это сладкое без сахара. Да? Вот сладкое, панкейки, чизкейки. А они из картона сделаны. А зачем? А как мне тогда их кушать? А вот это, наверное, из резины, да, фрукты сделаны? Да. А что же, в чем? Да шучу, шучу. Вон винишко и свинья. А-а-а. А танцы будут на дискотеке? А вот надо у него спросить. Танцы будут, выхухоль! Он не скажет. Он не скажет. Молчаливый немой тамада. Давай теперь твой сюрприз. В общем, Катя, сейчас твоя очередь. Ты знаешь, что нужно делать. Подарок. Да. Вперед, мать, вперед. Ты сделала это в предыдущей серии, поэтому нужно сделать... А в этой сделать... не сделала, по-любому. А в этой... двойной прыжок, точнее. Да-да, давай, 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 давай! Ну, немножко жопа все же пригорела. Давай, открывай! Затащила, затащила, хуя ж спотел. А можно убрать? Все, давай сюда. Ну все, я все знаю. Ты все знаешь, здесь нужно открывать и вот туда. Не, только не вниз, прыгай, только не вниз. Постараюсь. Вот, прям вот туда. Давай вторую попытку, хорошо, так уж и быть, сейчас будем до конца веков здесь. Ты не в ту сторону бежишь, в другую сторону нужно бежать. Вот сюда, тебе нужно перепрыгнуть через лаву. Я умею. Ты не умеешь, двойной прыжок, давай, 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 давай! С этим она пока что справляется. Только в окно попади, в окно попади. Не-не-не, сюда не нужно, сюда не нужно, в другую сторону. Да не нужно сюда, в другую сторону. Что это? Сюда не нужно. Не, ну не нужно сюда. Там кладовая. Какая кладовая? Кладовая. Чё там? Там ничего. Здесь невидимый пол, поэтому ты можешь как бы не стесняться, можешь идти прямо. Здесь невидимый. Ага, невидимый. Да невидимый тебе. Здесь пол, Кать, ты можешь идти по этим невидимым блокам. Блин, я хотела прыгнуть, я знала, что это... Кладовая славы, да? Кладбище. Это кладбище домашних животных. Рассказывай мне, что это такое. Неважно, неважно. Я сейчас... Да не нужно туда идти, просто... А где? Да не нужно туда идти, да иди в другую сторону. Что это такое? Да ничего! Так.
Я сейчас все узнаю. Да не нужно еще узнать. Сейчас я все узнаю. Да не нужно туда идти. Да что ты делаешь? Я сейчас все узнаю, подожди. Ты знаешь, как умереть 100 раз подряд в Майнкрафте. Ну не надо туда идти, Катя. А что ты хочешь сделать? Да прыгни туда, что там? Успокойся, так смотри, ты дуримон, да ты просто берешь, ты просто берешь, закрываешь дверь и проходишь вот сюда. Зачем ты сейчас? Пройди, покажи мне. Зачем ты сейчас 10 раз прыгал? Ну давай перепрыгивай хотя бы на этот блок. Сделай хотя бы что-то в этой жизни. Двойной прыжок. Нормально, вот это было хорошо. Так. Я запуталась. Что происходит? А что здесь происходит? Так. Есть лестница. Берешь, залазишь на лестницу. Что на это? Лестницу залезла. Хорошо. Все. Ну это моя комната, ты как бы не обращаю внимания, здесь мой компьютер. Здесь я ролики записываю. Здесь 4 обогревателя, потому что все же как бы я в Новосибирске живу, а тут вообще холодрыга просто лютейшая, жопа отмерзает. Тебе что, жить негде, что ли? Ну вот, как ты видишь, негде, поэтому я живу в кладовой. И вот видишь, цветочки, у меня здесь окно на всякий случай. Я люблю в окно выходить, поэтому вот. Как ты видишь, вот как раз в следующий раз, когда ты меня запалишь, то что скажешь, вот ты что здесь делаешь? Я сразу окно открываю, в окно ухожу. Ой. Ладно, давай заново проходи. Эй, давай ты! Все, не важно, что там такое, там я живу. Тебе нужно просто взять и перепрыгнуть туда. Двойной прыжок и прыгай! На цель. Нет. Нет! Так какая же ты хав! Ладно, я тебе сейчас помогу. Тебе просто нужно взять и прыгнуть. Ура! Давай все. Я дальше сама, я дальше хорошо, умею. Ты дальше сама. У-у-у, там что-то. Вот есть. Здесь сюрприз. Подожди, здесь я построил нам балкон. Здесь у нас запрыгни на вот эту досочку, запрыгни. Запрыгни на досочку запрыгни и прыгни в бассейн. Бассейн с уточкой. Прыгай. Ты думаешь, я выживу? Выживешь, выживет. Все, сейчас все заново проходи. Я тебе сейчас не буду помогать. Ну ты видишь, как же ее легко затроллить. Я уже сам... Сейчас наушники упадут. Я уже заколебался ее на самом деле сам троллить. Да сколько можно? Почему ты такая доверчивая? Вот знаешь, когда мама тебе говорит то, что если кто-то пойдет прыгать с 9-го этажа, ты тоже прыгнешь. Вот тут так же с Катей работает. Катя, прыгни со 2-го этажа. Катя берет и прыгает. Ты понимаешь то, что с кем ты встречаешься? С богом троллинга. У меня там 100 сезонов троллинга. Она мне настолько верит, просто с одного слова. Иди сюда, быстро. Бассейн. С уточкой. Потом. С ума сошла. С гамаки. Зонты. Потом у нас лед. Ну, короче, заходи в комнату, неважно. Здесь твой... Ирина обиделась, блин. Обиделась. Заходи внутрь. Заходи внутрь. Это я построил тебе твою комнату. Как ты можешь заметить, здесь все просто фиолетовое. Это же для кота. Это же для кота. Как ты можешь заметить, здесь все фиолетовое. А почему? Потому что ты кабачок. Не потому что Катя любит фиолетовый. Как красиво, фломастеры. Красиво, конечно, фломастеры, ты любишь рисовать. Хочу! Все фиолетовое, здесь маникюр, педикюр, вот это всякое хлеб. Время ночь. Как спать? Спать не... Ладно, можно и поспать на самом деле. Ты... Часы заметила? Часы. О, все, поспали? Часы, посмотри на часы, над дверью. А зачем штука-то для кота? Да просто, ну ты же любишь котов. Для него, да? Для него, да. А, в общем, я да. Я хотела сказать. Лё, да в смысле? Ненавижу. Ты ничего не заметила в этой комнате? Ничего такого странного. Ну где-то вот прям что-то выделяется. Ну нет. Ну тоже нет. Ну ты все пропускаешь. Самое интересное. И вообще смотришь не туда, как куда. Как мне слезть с кровати, скажи, пожалуйста.
Не, это просто тень. То есть ты ничего не замечаешь, да? Вот прям вообще ничего не замечаешь, да? Что-то интересное. Ну вот, ну ничего даже не выделяется. Ну ничего не выделяется. Так, как бы тебе туда забраться? Запрыгни на тумбочку. И посмотри в дырочку. Какую дырочку? В дырочку посмотри. Видишь стул? Как тебе туда забраться? Опа! Так нечестно. Так честно, это Майнкрафт. Хорошо, а это что? Внутрь не заходи, пока что внутрь не заходи. Хорошо. Не заходи внутрь, не заходи внутрь! Не заходи внутрь! Не заходи! Катя! Она уже зашла до ремонта, говорю, не заходи внутрь, она заходит. Ну если я говорю, не заходи, значит не заходи, почему ты заходишь? Я не верю тебе! Она мне уже не верит. Это мой. Опять твой? Тебе. Мой тебе? Сюрприз. Сюрприз. А то не было не сюрприз? Это был полусюрприз. Мы мечтаем. Мы ждем. Мы надеемся и лицезреем судьбе в глаза. Мы верим. Верим. Ну не верим, а верим. И надеемся, что когда-то это произойдет в реальной жизни. А не в Майнкрафте. Я знаю. Ты не знаешь! Знаю. Не знаешь! Знаю. Смотри сама. Я знаю, что это. Что это? Это собака, я так и знаю. Это не собака, это... Кукусовод. Это кукусик. Это я подарил тебе домашнюю питомцу. Пойдем за мной. Ну, жизнь несправедливая, сволочь просто, понимаешь? Мы там в жизни хотим завести с Катей собаку. Не оцелот. Не оцелот, но все же как бы... Вот, это чтобы его приручить, чтобы он пошел за тобой. Мы хотим завести собаку. Как скажем породу или нет? Нет. Не будем говорить породу. Возможно, кто-то знает, но все же мы не скажем. А почему мы не можем завести ее в реальной жизни, а только в Майнкрафте? Потому что мы кабачки вяленые, нам нельзя в съемную хату. Мы живем в съемной хате, поэтому я не знаю. Ну, когда накопим на свою квартиру, когда мы ее купим, тогда и заведем себе собачку. Вот. Тебе нужно рыбу найти где-то здесь, в этой комнате. О, боже мой. Там где-то дырки всякие, вот там были сзади, можешь рыбу поискать. Я хочу собачку. У меня как бы есть собака, кто-то скажет, да, но собака у меня в Португалии, да и тем более это собака моих родителей, вот, а не моя. Поэтому я хочу собачку. Ну ладно, у нас будет кукусик в Майнкрафте. Мурмяу! Мурмяу! Мяу! Все, теперь он пойдет за мной? Теперь он пойдет за тобой. Тихо. Давай, давай, топай. Иди сюда. Иди сюда. Я хочу собаку! Ты хочешь собаку? Если хочешь собаку, ставь лайк. Если хочешь собаку, поставь лайк. Ну, когда-то, возможно, в этой жизни или в следующей жизни мы купим квартиру и заведем себе собаку. Потому что здесь хозяйка нас просто отмудохает, если узнает то, что у нас дома собака бегает. Если тебе понравилась эта серия, подпишись обязательно на канал. Потому что проверю. Она проверит. Она проверит, и если она проверит, это значит то, что в ближайшие дни мы выпустим новую серию Нубика Катерицы. И также, хотя это будет секрет. Секрет. Спасибо за просмотр. Пока! Всем пока. Все, мы гулять. Мы гулять. И кофе. И троллинга. Меня, конечно, троллинга. За троллинга тебя по самые гланды, конечно.